На конкурс дети читают стихи. Даша Гребенки на 6 лет, поселок Пролетарский. Автор Анатолий Чукулаев. Ты откуда, Дед Мороз? Есть город на свете, великий Устюг. Там царство морозов, пристанище вьюг. И там среди сосен и белых берез в привенчатом доме живет Дед Мороз. Весною и летом, в осеннюю тьму Снегурка подарки пакует ему, чтоб эти подарки в трескучий мороз в упряжке оленя он детям привез. А рядом веселые гномы живут, ему помогают, им весело тут. У гномиков тоже немало забот, растить новогодние елочки, вот. Великому Стюге работа кипит, без дела никто просто так не сидит. Стараются все, озабочены тем, чтоб этих подарков хватило бы всем, чтоб к Новому году подарки привез с Устюга великого нам Дед Мороз.